Звание иноагента на самом деле банальное поражение в правах. Причем присваивается оно совершенно незаконно, то есть произвольно. Например, первым обязательным условием считается иностранное финансирование. Но если иностранного финансирования нет, как было в моем случае, не страшно. Меня, например, наградили этим званием за нерелевантное поведение. Вы понимаете, что это такое? Это значит не так, как все. Президент, помню, объяснял, что само по себе это звание совершенно не мешает человеку жить и работать. Это вранье. Меня полностью лишили возможности работать. Мне перестали выплачивать авторские отчисления. Просто так. Не объявляя, не предупреждая, не объясняя. Перестали и все. Ну, ладно я плюнул и уехал. А как приходится жить иноагентом в своей стране, я себе с большим трудом представляю. В Грузии этот номер не прошел. Молодцы грузины. Они уважают свою свободу и самих себя. Вот сейчас понимают в Кыргызстане. Ну-ну. Я бы только предложил помнить, что когда на людей навешивали желтые звезды, им тоже говорили, что это так. Не страшно. Ну, просто чтобы отличать. А потом был гетто, а потом был Освенцим. Удачи!